Ayy, 2 minute bad thoughts, gotta get loose. Fucking with the team, now I gotta get you. Death on my mind, now we running out of time. Going out with a pop like John Wilkes Booth. That's my chain, don't touch it, bitch. Left her with a kiss and an icy wrist. Team says, hot boy, fly the bitch to Bermuda, like goodbye, you bitch. Says, all of my carry-on. Cat Stevens, oh, very young. I was 14, twisted K2. By 18, I was getting on. Rolling dough, like when we getting more. Call my phone, but never answer no. Like Carleone, got a master plan. Рэнд, привет. Привет, привет. Наконец-то мы с тобой встретились. Мы запускаем новый проект. Будем общаться в формате интервью с людьми из спорта и, конечно же, из футбола. Сегодня мы с тобой встретились в кафе. Как, кстати, название? Давай сделаем сразу же рекламу этому заведению. Ну, название «Гавань». Мы тут частенько встречаемся. Как бы, ну, хорошее место. Сделаем небольшую рекламу, так скажем. Да. Вкусно кормят. Надеюсь, убедились в этом. Да, конечно, мы уже успели покушать. Очень вкусный шулюм. И, конечно же, мясо, свинина, шашлычок. Просто изысканно. Спасибо. Всем советую. Приезжайте в Новочек, в это заведение, чтобы вкусно покушать. Расскажи, пожалуйста, о своем детстве. Как вообще ты решил играть в футбол? Как ты понял, что футбольный мяч – это то, что у тебя сейчас вместо сердца? Ну, скажем так, все началось, да, действительно, в Армении. Не знаю, почему-то отец решил, что мне надо сначала на борьбу. Хотя сам там всю жизнь в футболе был очень, как бы, востребованным, скажем так, в своей области. Там в свое время даже за ним приезжали, чтобы в столицу забрать, но как бы бабушка не отдала, скажем так, потому что он был один в семье, как бы, сын, 4 сестры, как бы, было, и он один, скажем так, был готовым сыном помогать там в хозяйстве и так далее. У нас было там большое хозяйство. Летом всегда мы там уезжали в горы. Бабушка с дедушкой были в горах на хозяйстве. И мы, как бы, можно сказать, все лето были именно в горах. Там, как бы, не света, вода — это там с гор идет вода, то есть свет — это лампы. Вот. Но... Керосиновые лампы? Да, 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 да. Но было классно там, как бы. Много и детей было, ну, было интересно. Конечно, с наступлением холодов мы скот, как бы, пешим ходом гоняли уже туда, в город, ну, скажем так, более комфортное место, ну, вот, и там где-то 15 километров, то есть надо гнать, вот я... Физика еще, получается, идет из детства? Да, 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 да. Вот. И в 11 лет с братом, сейчас он в Москве живет, вместе гоняли скот вдвоем через, там, ну, через там, горы и так далее, вот, домой. То есть вот такое вот у нас было прикольное детство. Ну, мяч уже тогда был в ногах у вас? Мяч у меня был все время в ногах, но я же говорю, вот там папа решил почему-то, что надо сначала с борьбы начать. У него там друг был тренером, но я походил полгода, потом выбили мне палец и, как бы, меня отвернуло. Ты понял, что это не твое? Да, да, да. Ну, это было, скажем так, еще рано для футбола. Это сколько лет тебе было? Это было в 6 лет, только-только там, ну, я в школу пошел, uh-huh. Вот, и получается так, травма, и, как бы, ладно, давай на футбол попробуем, там договорюсь, чтобы раньше взяли. Ну, получается, вот так вот, как бы, попал уже на футбол. Ну, там, как бы, ну... А это что было? Как это Дюш США, либо академия какого-то клуба? Команда, самая главная команда города. Какой город, кстати, ты город, так не сказал? Город в Армении, у меня город Идживан, вот, Тавушская область. Вот. Ну, оттуда, получается, вот два моих тренера. Команда называлась «Никарм». Никарм. Никарм. Это как-то переводится? Это переводится. Ник — это Николай, тренер был. И Арм — это Армен. Ага. Вот. И отдать должное, вот Армен Хачатрян до сих пор работает. Есть у нас команда в Армении, ну, получается, премьер-лига есть. И есть, ну, первая лига, да, грубо говоря. Вот в первой лиге есть команда Никарм. Вот, да. Пришел на футбол, тебя привел отец в Никарм. Да, да, да. Сколько лет там занимался? Ну, до 13 лет я там занимался.
тренеры как бы советовали отцу, что если есть возможность переезда в более улучшенное место. Вот. Ну, у меня тут дядя как бы живет, дядя здесь договорился в Ростове. То есть, правильно понимаете, у тебя уже с ранних лет тренеры замечали какой-то талант, какие-то навыки и советовали твоим родителям, твоему отцу тебя куда-то дальше на повышение, да, чтобы ты развивался. Да. И вернемся чуть назад. То, что отец сам не заиграл там из-за того, что родители, скажем так, не дали ему продвинуться. Наверное, этот момент повлиял очень сильно на него, и он как бы, ну, такое серьезное решение приняли всей семьей переехать в Россию, да. Ну, скажем так, если бы не эта ситуация, может быть, и не переехали бы. Uh-huh. Приехали в Ростов, да, дядя договорился в ШОР-8 к 89 году. У нас в Армении сдвоенные возраста тренировались, 8-й, 9-й, там, 7-й и так далее. Ну, как бы приехали, вот, грубо говоря, с кем он договорился. Вот. Попал на первую тренировку, тренер как бы, ну, посмотрел сразу, я был с бабушкой. Вот еще. В смысле, на тренировку прям пришел с бабушкой? Да, ну, бабушка меня привела, потому что все были в работе, как бы бабушка в России давно жила, то есть она там и по-русски все нормально. Вот. А ты уже умел, кстати, на русском разговаривать? Вот это момент очень хороший. В школе у меня 5 с минусом было в Армении. Жирная четверка с плюсом, но ставили 5 с минусом всегда. Переехал, думал, о, классно, как бы русский знаю, нормально. Вот, и попал сразу на тренировку, там тренер, ну, ты, говорит, давай, разминайся, тянись. Я такой, да, ему машу, да. И не понимаю, о чем он говорит, новые слова для меня. Он такой раз там посмеялся и показывает мне. Что нужно делать. Да, что нужно делать. Я раз там и понял, что ничего не понимаю, ничего не знаю. Вот. Ну, в общем, после первой тренировки он бабушке говорит, что ну давайте, если там есть бумаги, документы, мы его там быстренько заявим. И там это было где-то в четверг, грубо говоря, а в субботу и воскресенье уже игры. Ну, бабушка говорит, что у нас документы с собой, можно сделать. Вот. Ну, приносит, а я 88-го года, а он тренер 89-го. И на год старше, получается, ребята. Да, и у них, получается, ну, все четко разбито по возрастам. Да. Ну, в принципе, как и сейчас у нас у всех. Вот. И, получается, отдать ему должное, молодец. Он пошел, нашел тренера не ШОР-8, а ФШМовского, именно Академии. Ростова, да, Сергея Викторовича Горшкова, и как бы с ним вместе пришли, он там так и так, вот мальчик там. Вот. Посмотрите, попробуйте. Да. И он меня там тогда-то, я пришел, у него три, ну, скажем так, команда была разбита на три уровня. Uh-huh. Вот, и он меня в третью там посмотреть. Вот, и как бы после первой тренировки меня к первой команде, то есть уже на тренировке. Да, ну да. Вот. Ну, в процессе, скажем так, ну, были молодые, ребята ж, как бы, ну, конкуренция и так далее, там все дела. Ну, меня немножко потравливали в силу того, что с русским, как бы, чуть-чуть беда и так далее. А с кем ты тренировался, кстати, вот вопрос. Кто-то есть из тех футболистов, да, которых мы можем знать? Ну, мы можем знать Сергея Леднева. Вот. Ага. Да. Ну и получается, чуть-чуть травля началась, и я недели две не появлялся на тренировках. С дома уходил, что еду на тренировку. Да, а на тренировке не появлялся. Ну, стеснялся, зажался, скажем так. Да, как принято говорить сейчас, да, современный термин, абьюз. Да? Да, и получается, даже не просто где-то там гулял, а садился на автобус, приезжал на... Каждый раз все, еду, все нормально, приезжал, и что-то меня дергало. Там, последний момент, да, уже. Да, со стороны смотрел тренировку, бывало даже. А вот где так тренировались, кстати? Сейчас, ну, сейчас там хорошее поле, где ШОР-8 тренируется. Раньше там резинка была, на резинке тренировались. Вот. И один день вот так вот я, получается, за, ну, где трибуна, с этой стороны, западная, по-моему.
где памятник понедельника. Вот, там я оттуда издалека спрятался, смотрю, и идет какой-то из тренеров, и мне: а что ты здесь стоишь, у тебя вон тренировка идет, ну-ка давай беги. И он как бы, ну, за мной, а я перед ним, ну и пошел как бы, ну, переоделся в тренировку, и после этого, ну, более или менее, как бы уже... Вошел в тренировочный процесс, да, притерся. Ну, преодолел, да, скажем так, этот, ну, можно страхом назвать, но... Барьер. Ну, да, барьер, да, да, да. И что было дальше? И что было дальше? Что было дальше? Ну, дальше... Где играли? Какой уровень? Там область? Может быть, какие-то еще соревнования? Именно вот этой вашей команды 88-го года. Ну... Среди там своих возрастов разные турниры ездили, и там на серьезном уровне играли. Ну, на Россию, к сожалению, не отобрались. Основная там Россия была. Ну, на нас это пятно, скажем так, легло, потому что там и 9-й отобрался, и 7-й отбирался, 9-й даже потом хорошо выступил. Вот. Потом на Кубок России играли мы там. К сожалению, 1/4 не прошли, там Новороссийску проиграли, у них хорошая команда была, 3 сборника у них было в команде. Ну, вот, но... А против каких команд вообще играли? Какие тогда академии тоже, ну, свои команды выставляли на турниры? Какие клубы? Памятный матч был, мы с ними играли 2 раза, но памятный матч был, приехал к нам «Спартак» московский. А тогда академия была, ну, на том уровне, допустим. Да, да. Если, допустим, за нас в нашей области, это академия Ростова, то мы, допустим, это академия Спартака. Там. И первый раз нам дали поле, где сейчас тренируется основная команда Ростова, вот между ШОР-8 и поле искусственной академии Ростова, вот это где закрыто. И мы там первую игру играли. Ну и как бы 0-6, просто без шансов, скрутились, да, но, скажем так, скорее всего, где-то мы испугались и так далее. Именитого соперника, да, то есть психология, да? Да, 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 потому что через буквально там недели 2 мы с ними играли, попали им 1-3, вот, но там уже как бы, ну да. Играли более-менее наравне, да? Конкурентная хорошая игра была, да. Это тот вопрос, на который нужно обращать внимание уже вот с детства, с юношества, то есть воспитывать стрессоустойчивого спортсмена, наверное, так выражусь. Ну, видишь, сейчас очень большая проблема – это давление родителей на детей, это давление на тренеров, результат. Поэтому это очень сильно мешает в целом той же вот психологии детей. А от вас уже требовали какого-то результата? Потому что знаю, я вот, ну, люблю футбол, там всякие видео смотрю, читаю статьи. Я знаю, во многих европейских школах, спортивных, в академиях ставят цель не показать результат, не выиграть, не держать победу, а именно наиграть какие-то тактические элементы, дать свободу игроку, проявить себя, пойти в обыгрыш. Это вот поощряется. Как у вас было? Скажем так, сейчас, да, сейчас и есть там до 14 лет в некоторых академиях без таблиц, то есть в некоторых странах вообще без таблиц, чемпионаты детские и так далее. Ну, то есть это хорошо, я считаю. От нас, тут понимаешь, какая ситуация, тут очень конкурентно было уже в мое время, потому что я попал туда в 14 лет, ну, 14, 15, 16, было, ну, прям сильно конкурентно, то есть ты сам от себя должен был требовать, потому что если ты как бы где-то дал слабину, но другой будет вместо тебя играть, поэтому было тяжело. Карен, ну, добрались мы с тобой до аллейки. Давай, расскажи, поделись, где мы сейчас находимся. Ну, мы находимся в нашей любимой роще. Здесь у нас очень много физической работы происходит, скажем так. Особенно на летней паузе, когда футбол детский замирает на полтора месяца. Мы тут прям безостановочно работаем. У нас тут 3 дня здесь работа, 2 дня на песчаном поле, на стадионе работаем. Вот. Ну и сами мы
ветеранчики. Есть у нас тут 5-6 футболистов, которые, ну, честно признаться, последний год этого не делали, в тренажерку пошли. Видимо, деньги у нас появились. А до этого мы выходили и сами себя готовили к сезону, к чемпионату. Ну, то есть прям по полной работаем. Нас эта роща прям спасает, скажем так. Ты говорил, в эту аллею, в этот парк вложился, да, какой-то человек, там есть место, возможно, мы сейчас туда дойдем? Ну, скорее всего, мы туда не дойдем, он как бы подальше, но там, да, есть специальные дорожки там под велосипеды, вот, ну, то есть, да, человек тут вложился, я думаю, немало своих денег. Решил последовать примеру Галицкого, да, наверное? Ну, буква «Г» только, если по сумме выложенного, вот, но отдать должное, молодец, да, и сам катается на велосипеде, ему прям много лет, но он до сих пор катается на велосипеде, вот, ну, видимо, интересно. Как ты думаешь, людям помог? Почему не все следуют примеру Галицкого, потому что он сделал и парк, и стадион, и продолжает вкладываться в академию, в инфраструктуру стадиона, почему остальные олигархи тратят деньги на приобретение яхт, прочей остальной, ну, ненужной лабуды? Почему не вкладываются в спорт, в развитие? Ну, слушай, это, наверное, такой максимально серьезный вопрос. К сожалению, мы, наверное, не можем знать, почему, да. Скажем так, такие люди, как там мы с тобой, приземленные, которые ходят по земле, нам хочется, чтобы, скажем так, ну, пусть у него, я думаю, и у Галицкого хватает денег, чтобы иметь и яхту, и также там строить, делать доброе дело, там, благое дело для народа, да. Хотелось бы, чтобы каждый, скажем так, вкладывался и для народа, и, ну, как бы, и себе. Я не думаю, что даже мы с тобой, как бы, вкладываясь во что-то, как бы, перестаем думать о себе, о своей семье. То есть однозначно мы делаем и для своей семьи, и, как бы, по мере возможности что-то для народа. Карен, ну, хотелось бы, конечно, поговорить о семье. Ты приехал в Ростов, у тебя есть жена. У тебя есть дети, двое детей, да, насколько я знаю. Расскажи, пожалуйста, вкратце, я думаю, нашим зрителям будет интересно узнать вашу историю любви. Ну, я-то приехал в Ростов, пусть она там сильно не расслабляется, не думает, что за ней приехал. Да, действительно, мы познакомились в Новочеркасске. Как зовут жену? Наталья зовут, Натуля. Вот, ну, как бы... Все сложилось удачно, нашли друг друга. Ну, она, наверное, больше меня нашла, скорее всего. Я так думаю. Ну, да, у нас двое детей, двое прекрасных детей, не проблемных, скажем так. Потому что малой там, допустим, в пятом классе, мы, ну, мягко говоря, мы даже ни разу там не заходили в его комнату, чтобы проверить, как он там уроки сделал и так далее. Хотя двое сыновей? Нет. Сын и дочь? Да. Как зовут? Иван и Лолита. Бывают даже моменты, это связано с Иваном, да, бывают моменты, мы там где-то в гостях, ну, а он со школы пришел, мы его не видели, да. В родительской группе там начинают обсуждения каких-то сложных тем в школе. Как это решить, мы даже сами не можем. Ну, тут жена как бы пишет ему: Иван, что там, уроки сделал? Да. То-то сделал, как раз то, что родители не могут там разобрать. Он: да, все сделал. На следующий год пришел в школу, все нормально, все. Самостоятельный парень? Да, вообще. Да, сам по себе. Ну, и маленькая, ну, маленькая там, как бы, отдельно можно за нее. Истории. Ну, она, конечно, это частичка моей жизни. Без нее, конечно, я уже ничего не представляю. Вот. Так что тебя, я думаю, что... супруга поддерживает во всех твоих начинаниях? Начинаниях, да, потому что начинание – это начало дня. Она на работе, я своими делами занят. Но конец
каждого дня не всегда она поддерживает, потому что то игры. Поздно, да, частенько да, домой возвращаешься. Поздно, да, еще как бы хочется там иной раз там, ну, уделить время там, ну, с друзьями и так далее. Вот. Ну, тяжело, допустим, там у меня каждый понедельник уже там на протяжении 10-15 лет, каждый понедельник у нас баня, то есть понедельник она меня там не видит. А вторник там поздно тренировки заканчиваются, там около 9. Вот, там среда, четверг это там какие-то игры, там ЛФЛ и так далее, да, там. Вот. Ну, выходные вообще у нас просто у нее в пятницу там вечером вопрос. Там, во сколько в субботу буду, во сколько буду в воскресенье. Вот. Если я говорю, что я сегодня буду, то есть до 12, ну, классно, молодец, прикольно. Вот, то есть вот как-то так вот. Задам тогда тебе вопрос, вполне логичный. Может быть, ты даже дашь такой совет, как успевать все и в плане тренерской деятельности. Все еще знают, что ты играешь в футбол, и причем довольно-таки круто играешь. И поддерживать здоровые, теплые семейные отношения. Ну, тут как бы, наверное, все-таки я скажу, ей это понравится, наверное, все благодаря ну, своей жене, да, то есть она достаточно умная и понимает, что, ну, как бы на данном этапе это без этого как бы тяжело. Вот, поэтому она полностью меня поддерживает, и ей, скажем так, большой респект. Вот. Наталья, вам респект. В итоге, Карель, ты занимаешься футболом в ФШМ, ты уже перешел в другую команду, напомни, пожалуйста, как называется? Прогресс называлась уже, да. Ну, там уже, скажем так, не детская команда уже. Со взрослыми играли. Сколько тебе лет уже на тот момент было? 17 лет. Нет. 17 лет. Ну все, уже такой половозрелый футболист. Да, да. Юный, да. Но половозрелый. В команде, где ребята, скажем так, там половина в сборную Азербайджана ездили. Там кто-то уже где-то там на взрослом уровне играл. То есть там и взрослые были. И мы вот это первая команда, где повыше лиги области, получается, играл. Заняли достойное 6-е место, прям все были, скажем так, в восторге, неожиданно это все было для всех. Вот. Ну, дальше уже к 18 годам уже надо было принимать какое-то серьезное решение, либо я остаюсь и где-то там прячусь до определенного возраста, либо еду в Армению как раз и служить. Вот, но там у меня 30 мая была договоренность, что я поеду просмотреться в сборную. И получается, уехал, контакты у меня были, приехал, был, ну, как бы с ними на связи. Но 21 мая меня призывают в армию. Вот, ну, пришлось ехать, получается, в сборном пункте, где распределяют кто, где и как. Как раз в пограничные войска попадаю, но на собеседование я им объясняю, что так и так, есть такая возможность попробоваться в сборную. Они мне: да, конечно, все будет нормально, все, мы тебя там сами, если что. Вот. Ну и по итогу я попадаю туда, и все, и как бы забылась и сборная, и, естественно, там ничего такого и быть не могло. Где служил? Давай, рассказывай. Да, да, было дело. Не скажу, что прям рвался туда, но пришлось ехать. Да, 2 года оттарабанил, так скажем, пограничные войска в Республике Армении, на границе с Россией, получается. Пришлось, да. Сначала, конечно, все было тяжело, но в процессе уже, когда учебку прошли, попали там на... Ну, на заставы, там уже было более весело, интересно. Вот. Ну, есть там интересные истории есть. Как раз-таки по историям. Что запомнилось положительного за эти 2 года службы в армии? Там каждый месяц выезжали на стрельбы, да, вот, обучение и так далее. И я как бы, ну, мне прям нравилось это все. И я всегда просился, то есть не только там с калаша стрелять, а всегда, если, допустим, кто-то, ну, есть там определенные люди под определенными, ну,
скажем так, кто-то там за СВД отвечает, кто-то за гранатомет, кто-то там за пулемет, кто-то там на, обычно на автомате. Я всегда просился, и к большому моему счастью, скажем так, ну реально мне это было интересно. Я пострелял там из гранатомета, и с пулемета, и с СВД. Самое интересное это было СВД. Я еще напросился, есть два варианта магазинов, и я напросился на более, ну, чтобы больше стрелять, чтобы больше, да, патронов было. Ну и как бы технику, скажем так, техника не сильно владел, вот, и получается отбил себе очень сильно плечо, и два дня ходил, у меня рука висела неподвижная, в боли, да, вот это было как бы... Задам тогда тебе такой интересный вопрос, на мой взгляд, как снайперу все-таки, да, на непрофессиональном уровне, но все же, когда целишься в оптический прицел, сам прицел нужно впритык, в упор к глазу ставить или нет? Это ты, наверное, скорее всего, натыкался в интернете на мемы с женщинами. И не только. Да, и потом вот музыка вот эта, да, там. Ну и просто еще такой есть киноляп в фильме «Девятая рота», где Джоконда стреляет, и там показано, что он прям, забыл, как это называется, насадка на оптический прицел, он прям в упор глазу, а там же отдача, там уже глаза. Вот именно, вот именно. Ну потом Джоконду показывают, или нет? Потом нет. Ну, как у Джоконды у меня вот именно что висело потом плечо два дня. Вот. Ну и еще одна история прям такая максимально прикольная, всех удивляет. Мы, получается, служили на заставе и охраняли границу. На границе у людей были там свои огороды, то есть там выращивали всяко разного. Вот. И один день я был в наряде и как бы там повздорил с человеком. С гражданским, получается. Да, 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 с гражданским. А с наступлением темноты как бы граница закрывается, и туда только можем заходить как бы мы. Вот. А у него были арбузная бахча была большая. Вот. И как раз идет канава. Канава идет вдоль границы, идет через нашу заставу. Угу. Расстояние где-то километров 6, наверное. Ну, вот. И получается, я это все запомнил. И вечером мы вышли на охоту за арбузами. Да, и это тот случай, когда, как по аналогии с игрой «Мафия», там город засыпает, просыпается мафия, здесь граница закрывается, просыпаются пограничники. Да, 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 да. И пришлось, скажем так, с его арбузами поработать. И вот так вот через канаву запускаешь, и там на заставе встречают как бы, ну, другие люди. Вот 6 километров, пока арбузы... Ну, все было спланировано. Да, когда, пока арбузы плывут туда, там уже ребята на связи, через рацию, там все как положено, все запустили, все принимаем. Вы какими-то пользовались зашифрованными фразами? Ну, там по уже... По каналу связи. Было дело, да. Ну, короче, вот эта история такая самая веселая из армии, она запомнилась как бы мне, наверное, больше всего. Карен, ну и о твоей футбольной карьере все-таки тоже хочется поговорить. Ты в футболе давно, ты всем знаком именно как незаурядный футболист, талантливый, по-прежнему еще горячий и живущий футболом. Знаю, по крайней мере, я, что ты становился победителем совсем недавно КФЛ с командой МТТ. С МТТ вы выигрывали Суперлигу ЛФЛ Ростов. И знаю, что ты даже поиграл и в Европе, правильно? Напомню, как Кубок регионов УЕФА. Вот поэтому об этом я хотел с тобой поговорить. Это как раз-таки уже после попыток, да, прорваться в профессиональный футбол не получилось. Потом уже была череда, да, выступлений в футболе на любительском уровне. Да, действительно, карьера. Скажем так, карьера на любительском уровне, она далась, ну, прям, скажем так, максимально, да. Профессионально, к сожалению, не получилось, но со временем, с годами и задумываешься, действительно ли, к сожалению, может быть, и не к сожалению, потому что на любительском уровне столько знаком, столько всего интересного. С эмоциями, скажем так, я уверен, ни секунды не уступает профессиональному футболу. Может только
в деньгах, может, чуть-чуть уступает, и то, до какого бы уровня мы дошли, тоже как бы неизвестно, да. А здесь, как бы, ты уже и в своей любимой работе, то есть, и также там, несмотря на то, что 35 лет, как бы, также продолжаем двигаться, и, что немаловажно, получаем максимальное удовольствие от этой игры. Поподробнее расскажи, пожалуйста, как раз-таки об этом Кубке регионов УЕФА. Как вы туда попали, как вы отбирались, какие эмоции у тебя остались в памяти? Ну, на самом деле, это долгий путь. Ты, то есть, выигрываешь первенство области, потом отбираешься, ну, играешь на ЮФО, выигрываешь ЮФО. Это очень сильный уровень. Это Краснодар, это там Ставрополь, там Кавказ, то есть, да. Тут надо среди всех этих победителей еще занять первое место. А это футбол какой, я тебя перебью? Формат 11-11. Большой, да, футбол 11-11. Вот. После этого ты играешь уже чемпионат России, то есть мы юг, там запад, восток, центр, север, все вместе уже встречаемся. И там ты должен занять обязательно первое место. И только после этого ты отбираешься на чемпионат Европы. Подожди, только одна команда со всей страны? Да. То есть ты уже, когда выиграл страну, то есть, да, чемпионом России стал, ты после этого представляешь сборную России. То есть офис сборной России тебя обувает, одевает, как бы, в экипировку сборной России. Ну, может быть, в некоторые разы были у нас поддельные вещи, но все равно герб, главное, герб, флаг и так далее, все это присутствовало. Вот. И только после этого отбираешься на Европу. И там ты, получается, играешь 8 зон, в 8 зонах по 4 команды. То есть мы там. Вы в какой зоне были? Мы попали в зону, где Румыния, Сербия, Англия и мы, как бы, это вот. Слушай, сильные соперники по футбольным меркам. Да, да, очень сильные соперники, особенно сербы, такой, ну, футбол прям техничный. Было тяжело. Если честно, я думал, ты скажешь англичане. Наоборот. Нет, англичан более такой... Рубилово футбольный какой-то, да? Да. Вот. И мы там, получается, вот вы в своей зоне заняли первое место, ну, соответственно, еще 7 зон и 8 команд встретились в Турции. Уже финальная матча. Финальная часть, да. А финальную часть уже полностью на себя берет УЕФА. Приезжаешь на финальную часть, закрывают там гостиницы. Ну, гостиницы, не быть скромными, это было сколько там лет, 7 назад, 8, 500 евро в сутки стоит номер. Допустим, посчитайте, пожалуйста, в комментариях, сколько у вас получится. Да. Интересно просто. Сейчас, да, особенно сейчас, посчитайте, пожалуйста. И получается, вот там уже со всеми топами ты играешь. Короче, у нас игра, решающая игра была... Опять-таки, не для нас она решающая была. Мы обыграли чехов, потом мы проиграли Ирландии в первой игре. Мы, получается, 80 минут на чужой половине из 90, да, и 1-0 попали ирландцам. Во второй игре обыграли чехов 2-1, ну, как бы, скажем так, уверенно обыграли. Вот. И последняя игра в группе была с испанцами. Ну, это для меня самая сложная игра в моей жизни. Сложные, потому что, наверное, технари? Да, сложные, потому что у них там футбол, конечно, прессинг. Ну, чтобы как бы было понятно, я там играю под нападающим, играю в этой игре под нападающим. Я возле своей штрафной провел больше времени, чем, ну, как бы, чем когда-либо. То есть оборонялись, да, в основном? Да, мы оборонялись первый тайм, и обороняясь, 2-0 проигрывали, они нам пенальти не забили, еще кучу моментов не забили. Вот, и получается, первый тайм закончился, там много полей было, и есть раздевалка. До раздевалки идти, ну, где-то, ну, минуты 3-5. Вот. Ну, мы, естественно, решили, что мы не дойдем, потом обратно можем не дойти. Сели возле поля, без слов, просто молча, еле дышим. А эти сели на гольф-кары, на веселе поехали в раздевалку. Им нужна победа, чтобы с первого места
выйти дальше в финал. Uh-huh. А кто второй занимает, автоматически... За третье играют, да? Не играют за третье, автоматически ты становишься бронзовым. Как на Евро, получается, да, такая система. То же самое, да, тоже Евро. Да, и получается, сидим, за голову схватились. Начинается второй тайм, как будто они под чем-то были, их отпустило это что-то. Вот. Там минут 10-15 у нас там Саня Насташев через себя там сумасшедший гол забивает, 2-1. Еще давление, вроде неплохо начали играть. Вот, там, я там с пенальти забиваю 2-2. 10 минут остается, меня спровоцировали, молодой, горячая кровь, удалился, подставил команду. Вот, испанцев ничья тоже устраивает, они с первого выходят дальше. Ну, в итоге на 93-й минуте на добавленной серый Сокол головой втыкает им в меньшинстве. Мы выигрываем 3-2. Да. Камбэчище, да, получается, все в меньшинстве. Да, да, да. И еще, ну, в итоге мы занимаем третье, но там оставалось 10 минут, и чехи выигрывали у Ирландии. И вы на второе место в группе. Мы могли автоматически попасть в финал. Но, к сожалению, там ирландцы сравняли и, кажется, даже выиграли. И они, получается, попали в финал. Кар, ну, поиграл на таком высоком уровне в Европе. Как тебе вообще уровень организации того футбола? Да, уровень, ну, это... Мы жили в Румынии, мы жили на базе сборной Румынии. Угу. Там просто уровень нереальный. А потом в Турции, когда были, тоже играли и тренировались на базе сборной Турции. Там просто, не знаю... Запредельный уровень. Просто... Поляна, наверное, ровненькая, поляна, мягенькая. Мяч, ты когда подбрасываешь, как мини-футбольный, он даже не подпрыгивает. Там просто все идеально, все ровно. И это всего лишь база. И была история, автобус за нами приехал, и сломался наш автобус основной. И приехал автобус сборной Турции. Основной, там наклейки футболистов. И мы, когда ехали на тренировку, на каждой остановке, где люди стояли, они просто хлопали нам все. Думали, сборная едет? Забавный момент. Ну и, конечно же, Карен, я не могу тебе задать вопрос про МТТ. Ты являешься лидером команды, звездой этой команды. И в конце концов ты являешься обладателем золотого мяча ЛФЛ World Ростов с этой командой. Какие-то, может быть, есть истории. Естественно, вспомни победу на КФЛ с МТТ, потому что это было событие, ну, такого всероссийского масштаба любительского футбола. Можешь сейчас еще раз сказать лидерам МТТ и еще сказать Роман Богданов, извини. Мы это на сером экране можем сделать как раз таки. Ты являешься лидером команды МТТ, звездой, лучшим игроком, бомбардиром. Роман Богданов, извини. Да, да, да. Ну, так получилось, что это на самом деле этот год. Я даже попробовал сесть, посчитать, сколько всего там было выиграно там, мной как футболистом и как тренером, да, все вместе. Ну, как бы прям нужна отдельная комната, чтобы это все уместить. Но ты уже начал заниматься ремонтом? Чтобы сделать не только не уголок уже, как ты сам заметил, а комнату с трофеями. Извините за нескромность, но все-таки этот год реально прям выстрелил. Даже я потом вспоминал, выиграли самое начало, самый первый турнир, это рождественский турнир в Ростове, вот мини-футбол. Мы даже на Новочеркасском стали победителем. Мы оттуда как бы пошло. И самый последний кубок ЛФЛ тоже как бы взяли на Новочеркасском, как бы, да, так получилось. Карен, ну наконец-то мы добрались до зала, где ты занимаешься, по крайней мере, зимой тренировочным процессом. Собственно говоря, о твоей тренерской карьере здесь хотелось бы и поговорить. Там шум, гам, идет тренировка, все в самом разгаре. Как вообще тебе пришла идея стать тренером в футболе? С чего все начиналось? Ну, я, сколько мне было, 22, наверное, да, 22-23, где-то так. Ну, я чувствовал, что это мое. Ну, пришел на стадионе к нам, к Виктору Евгеньевичу Шевченко.
попросился, говорю, я готов там, помочь. То есть не претендуя абсолютно ни на какие деньги там и так далее. То есть мне реально было интересно это все, эта вся работа, как бы. Вот. Ну, он отдать должное, как бы согласился, взял меня. Вот, и получается с 2013 года, более 10 лет, как бы я вот вожусь там. 10 лет — это уже большой срок. Да, учитывая, что мне 35, то это, конечно, ну, как бы 23, там, это хороший срок. И у тебя уже есть успехи, как у тренера, потому что под твоим руководством команда «Новочеркасск», по крайней мере, что я знаю, да, вот стала в прошлом розыгрыше ЛФЛ, в одной из лиг, в первой, да, по-моему, лиги, чемпионами. Забрали золото, ты получил награду, лучший тренер года. Какие еще есть успехи, которых я не знаю, может быть, не знают наши зрители, наши подписчики? Все вот эти успехи, которые ты назвал, они, конечно, ну, классно, здорово, но это не самые главные успехи, да, там получить там статуэтку и так далее. Тут самое главное, чтобы, ну, чтобы о твоей работе отзывались хорошо, да, чтобы ты был чист там перед собой. И немаловажный момент – это не, опять-таки, не мой успех лично там в статуэтке, а успех, допустим, передать ребят в дальнейшем в лучшие академии и там, чтобы у них там профессиональные контракты, потом по телевизору на них смотреть. Это намного большего стоит, чем там статуэтка ЛФЛ или еще где-то там. Правильно я понимаю, у тебя именно амбиции, как у тренера, воспитывать достойных игроков, достойных футболистов, талантливых, и пытаться их продвинуть дальше в профессиональный футбол, передавать в академии, возможно. Есть такие уже примеры? Совершенно верно, да. И воспитывать правильных людей. Потому что тренер для любого футболиста, для детей – это, ну, большой авторитет. Это очень важно, да. По поводу второго вопроса, да, есть ребята у нас в академиях, уже есть профессиональные, есть уже контракты, да, есть здесь ребята, которые, я думаю, что если ничего не помешает, в дальнейшем тоже покажут себя, потому что немало примеров, когда ты не через какую-то профессиональную школу вылез, а уже играя на взрослом уровне, тебя заметили, пригласили и так далее. То есть здесь есть реально ребята, которые могут через это тоже пройти. Следующий вопрос. С какими трудностями приходится сталкиваться тренеру? Потому что все мы знаем, по крайней мере, как я понимаю, детский спорт, в основном он построен на поддержке родителей. Какие трудности у тебя, как у тренера и у твоей команды, с которыми ты уже сталкивался или продолжаешь сталкиваться? Ну, трудности однозначно есть. Это время для там, проведения тренировок, где, да, то есть, допустим, если есть там 2-3 поля у нас, то, как правило, они бывают часто заняты, то есть приходится там за час успевать многое, остальное время то там на дорожках побегали, то еще там где-то какие-то там физические какие-то упражнения и так далее. Но, конечно же, хочется, чтобы у тебя было неограниченное время, тогда, естественно, будет и отдача как бы соответствующая. Но стоит отдать должное. Вот в этом году у нас построили очень классное поле на стадионе «Ермак». То есть надеемся, что там у нас будет достаточно времени, особенно с появлением освещения. То есть все пойдет только в гору, так скажем. С точки зрения финансов, как все построено у тебя? Кто помогает? Откуда идет это самое финансирование? Все, скажем так, в основном это родители, им большое спасибо, как бы с пониманием ко всему относятся, но
не буду скромничать, это и немалая наша заслуга, потому что мы как бы не занимаемся ерундой, а действительно как бы идет работа. У нас 5 тренеров на, ну, как бы вместе вот мы работаем. То есть практически всегда на тренировках 5 тренеров. То есть неважно, сколько детей, мы приходим пятером, хоть 10, хоть 30 человек, мы как бы пятером на месте, да, то есть мы действительно работаем. То есть в основном все на родителях, есть как бы небольшая помощь от города, но в основном это для взрослых ребят, да. В принципе, все. Родители. Ну, в этом году отдать должное нам помогла фирма с ЛФЛ. Нам прям очень сильно помогли. Им большое спасибо. Это там компания Агма. Вот, в этом году мы также работаем над тем, чтобы тоже была помощь. Как бы и с их стороны, там Агма — это как бы компания в компании, скажем так, есть большая, которая в этом году, может быть, нам поможет не только с ЛФЛ, но и с первенством области. То есть мы надеемся, что все получится. Твое видение вообще ситуации в целом с детским футболом, какие глобальные трудности и в каком направлении нужно двигаться, чтобы и детский, и юношеский футбол развивался, а вместе с тем и рос уровень нашего российского футбола? Самая глобальная проблема, как по мне, это, ну, это в первую очередь проблема идет, не будем начинать от родителей, идет, наверное, от построенного плана руководителей футбола, да, что я имею в виду, это таблицы. Таблица – это большое давление на всех. То есть игра на результат? Да, игра на результат. То есть родитель едет на игру, давление там на ребенка. Вот там сегодня с теми играем, они на таком-то месте. Надо обязательно победить. Да, надо победить, несмотря ни на что. Тут понятно, как бы и в основном и тренеры также, да, то есть. Вот там результат, кому-то что-то доказывать, кому-то что-то показывать, это тоже влияет. То есть мы все вместе не самую лучшую путь выбрали, к сожалению. Я считаю, что все-таки вот это давление, если убрать, то у нас все было бы намного лучше. И такой вопрос, немного с подковырочкой. Настанет то время, когда один из твоих воспитанников заиграет на профессиональном уровне, станет звездой, он приедет к тебе в гости. Как тебя по батюшке? Владимирович. Приедет к тебе в гости и скажет: Карен Владимирович, я профессиональный игрок, я играю за топовый клуб. Поехали с тобой в автосалон, выберешь любую машину. Какую ты выберешь? Ну, зависит от времени, когда это настанет. Может, я сейчас скажу, что там, хочу то-то, а через это время эта машина уже, как в свое время мне нравилась Toyota Corolla, я сейчас на нее смотрю и думаю, блин. Ну, хорошо, есть. Что уже сейчас не нравится. Да. Поэтому это не самое главное для меня. Важнее, чтобы они просто даже позвонили и сказали: Карен Владимирович, все классно, мы это сделали вместе. Давай я куплю тебе в спортивную школу мячей. Это будет идеально, это будет классно. Пользуясь случаем, хочется передать всем академиям, неважно, это в нашей области, в других краях и где бы это ни было. Если вам передают футболиста, ну, вам же не сложно 10 мячей, там, манишки, фишки и так далее, передать в те школы, где действительно как бы работают в первую очередь для вас. И есть в этом необходимость? Это 100% везде есть необходимость. Понятно, что где-то в каких-то местах родители там купили, где-то там я где-то что-то нашел, но
когда ты передашь, мне легче будет с тобой дальше как бы сотрудничать. А я пойду и скажу тому, что о, классно, я им там, а они мне, нам ни в коем случае там не 10, не 20, не 50 тысяч денег надо в карман. Надо помощь именно оказывать там школам. Не, ну 50 тысяч, если передадут, тоже нормально. И, значит, что, хочу дополнить твои слова, также обращаясь в массы, к бизнесменам нашим, к владельцам крупных компаний. Поддерживайте, пожалуйста, побольше и почаще именно детский, юношеский футбол. Вам это по силам. Карен, мы сегодня с тобой на многие темы поговорили, много вопросов подняли, много что обсудили, много чего обсудили. Я тебя благодарю, что принял нас у себя в гостях. Безумно приятно было с тобой пообщаться. Я думаю, нашим зрителям тоже это все понравится. Да, вам большое спасибо. На самом деле, большое дело делаете. Спасибо ЛФЛ, Тиграну спасибо, потому что мы знаем, как он как бы ко всему этому относится. И я думаю, что у вас все получится. От него есть большая поддержка. И вы как бы профессионально к этому относитесь и подходите. Все будет хорошо. Все будет классно. Спасибо еще раз. Все, вам всем спасибо. Друзья, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы все читаем, будем на все реагировать. Нам нужна ваша поддержка. Так мы с вами развиваем и популяризируем детский и юношеский футбол.